Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодняшний влог я хочу начать с того, что, во-первых, я сейчас сижу за компьютером, решила поискать новых блогеров и заодно сделать себе пилинг на ноги, вот такую отшелушивающую маску. Расскажу вам обязательно потом, как она мне. Да, кстати, у меня вот такой вот маникюр, который я буду сегодня переделывать и ногти стричь под корень, потому что у меня они сломались. А далее, у меня, я, как вы знаете, была в отпуске, если это можно так назвать. Ну, в общем, я уезжала, и я немножко простудилась, у меня лопнула губа. Прям треснула именно. И мне очень-преочень помогает сейчас вот Кармекс именно в баночке, потому что у меня есть в стике, но вот этот просто обалденный, очень хорошо действительно заживляет. И бальзам от Гималая, он просто смягчает, потому что это настолько неприятное ощущение, когда даже больно кушать, так как постоянно эта ранка, она начинает опять трескаться. В общем, тоже никогда такого не было. И интересно, чем пользуетесь и спасаетесь вы. И следующее, что еще я сейчас буду дальше, чуть попозже, наверное, буду опять слушать Янни. Очень мне нравится вообще вот диск. Именно этот я еще не слушала, я его забрала. Вот, а смотрела несколько концертов. Вообще, конечно, кто любит инструменталку, тому, я думаю, очень понравится. Особенно, посмотрите именно видео, вот так вот пишется, Янни, фамилию я его, к сожалению, не помню, но если просто так ведете, то найдете обязательно. У него, он собирал лучших музыкантов, кто на скрипке играет, кто там, сам он играет вообще на фортепиано, плюс есть Voices, где и поют, и очень классные концерты, особенно вот один мне настолько в душу действительно запал, где Вивальди. Просто потрясающий скрипач с очень необычной там есть внешностью, просто это я 3 раза пересмотрела концерт, пока вот меня не было, как раз была в гостях, и там был этот диск, и я посмотрела этот концерт, это просто что-то с чем-то супер. Так что да, вот такие вот у меня планы сейчас на ближайшее время, ну и про носочки я, как уже сказала, ну это я в пустых баночках, думаю, расскажу, сейчас как раз редактировала тоже одно видео про пустые баночки. Сегодня, кстати, перебрала я также шкаф свой, вещи поубирала, летние, зимние достала. И да, кое-что еще из покупочек вам покажу. Сейчас слушаю одну из своих самых любимых, как раз таки, мелодий у Яни. И лазила, смотрела, что я хочу, пополняю свой лист желаний. И вот что у меня добавилось. Ну, во-первых, это кошелечек от Michael Kors. Очень мне он понравился и хочу его. Потом хочу вот такую сумку. Ну, то есть, как бы это такие хотелки из раздела, что может быть, когда-нибудь это исполнится. Но, конечно, стоимость такая, что не факт, что так будет. А, в общем, вот эту сумочку хочу. Кстати, что мне здесь нравится на сайте вообще StartWish. Опять-таки напоминаю, что я здесь сижу, и вы также можете ко мне присоединиться. Это то, что можно оставлять ссылки. Ну, вот я оставляла на Amazon, например, ссылку. То есть нажимаете, например, на мою ссылочку, и вы видите там вещь, которую я хочу, откуда. И также можете посмотреть, там себе заказать и так далее. Ну, например. То есть мне вот этим очень нравится, что действительно, конечно, удобно до безумия. Далее я хочу вот такую вот эмульсию восстанавливающую от La Prairie. Вы знаете, я ее попробовала, и мне она безумно понравилась. Да, вещь недорогая, не дешевая, хотя сейчас, кстати, вот опять-таки на Amazon она здесь идет с бешеной такой скидкой, что выходит всего лишь в $86 вместо 140. И, ну, вот действительно от нее кожа сразу чувствуется, что подтягивается. Замечательная вещь. Я где-то раза 4, ну, дня 4 пользовалась ею, мне очень понравилось. И далее хочу вот такой вот карандашик от Том Форда. Посмотрела блондиночку любимую мою. И она тоже рассказала про этот карандаш. Я так уже посматривала на него. У него интересный грифель, он полностью разбирается, точилочка внутри. Действительно такая интересная вещь, и тоже хочу, и давно, ну как давно, относительно уже несколько обзоров смотрю на помаду MAC в оттенке Plizmi, и мне хочется тоже попробовать. Ну, помимо того, что я добавила сюда, есть также некоторые вещи в моем листе
желаний на Амазоне. Хотя, кстати, на Амазоне я еще ни разу не делала заказы и даже не знаю, что и как. Здесь несколько от Bath & Body Works, несколько свечей, но они у меня тоже есть. Потом баксом блеск еще хочу. И думаю вернуться, попробовать снова. Ну, я, вернее, пользовалась Вэллой Professional. И Brilliant серии, и вот этой оранжевой серии. Потом здесь также у меня, кстати, еще пудру. Я посматриваю La Prairie. Не знаю, возьму, не возьму, соберу ли я на это когда-нибудь деньги. В общем, это просто так, хотелочки, естественно. И не факт, что они вообще когда-нибудь сбудутся. И хочу, кстати, да, вот такую вот вещь, про которую рассказывала Лиза On Air, для мыла, чтобы именно пену делать. И удобно то, что сзади можно действительно губку положить в эту штуку. Обязательно думаю, что возьму такую вещь. Потом мне нравились вот часы от Michael Kors, вот эти, сумка вот такая, сумочка маленькая. Ну, в общем, то, что да, так выбирала, что мне нравилось. Потом у меня сейчас корзина на iHerb, которую я думаю, что оплачу, потому что, во-первых, у меня накопилось достаточное количество rewards, и сейчас скидка идет еще в 10%. Ну, в общем, получается так, что очень хорошая экономия, если сейчас заказать. Это набор от Andalou Naturez для жирной кожи, такой небольшой наборчик. Это средство для посуды, тоник, мочалка, которая у меня была уже, мне она понравилась, носочки, которые тоже были, такая щетка, укрепляющий лосьон, крем для груди, зубная паста, ореховая паста тоже, которая мне понравилась, потом новое средство для чистки зубов, стевию повторно беру в порошке и стевию в таблетках. Ну, в общем, не знаю, останется ли все это в корзине или что-то удалю, но так думаю, что, скорее всего, все это останется. Так, я забыла, что так и не показала вам вещи. Что касается вещей, то, во-первых, это вот такая вот кофточка, мне очень нравится на ней надпись. Она сама беленькая, материал у нее такой полупрозрачный на самом деле, и мне нравится, что написано «Don't war, make love», то есть не надо войны, в принципе, да, создавай любовь. Не устраивая войну, в общем, смысл понятен. Я думаю, вот такая вот она, за счет именно вот этой надписи и таких цветов, этим, наверное, она интересна. Горлышко, как видите, вот такое вот обычное. И она, в принципе, особо не удлинена. И на конце, вернее, внизу, вот такая черная оборочка. Следующее, это вот такие вот штанишки. Поближе покажу именно сам материал. Они тянутся здесь, типа сделано под кожу, но я так думаю, они в обтяжку прям идут, я не буду их сейчас полностью вам показывать, потому что я их, в принципе, вряд ли буду сейчас носить, так как они не все-таки на зиму, а сейчас уже зима практически у нас не очень-то предназначены, потому что они довольно-таки легкие, и даже не знаю, может быть, если куплю какой-нибудь удлиненный свитерок, так, в принципе, ничего особенного, смотрится, ну, нормально. И самая веселая покупочка, это вот такая вот рубашечка, яркая, красивая, мне кажется, очень, и она с длинным рукавом, я ее еще даже не гладила, здесь один вот такой вот кармашек есть, и действительно можно разбавить, там, под те же джинсы надеть, либо под черные брюки, мне кажется, будет очень даже симпатично и мило, когда на улице очень холодно, то самый раз носить такие вещи, разбавлять свой гардероб и поднимать самой себе настроение.